Слово предоставляется городу воинской славы Хабаровску. У них сейчас, так же, как и во Владивостоке, 18:40 по местному времени. Турнир также близится к завершению, и он прошел по кёкусинкай-карате, посвящен мобилизованному военнослужащему, подполковнику артиллерийского полка Роману Интековичу Киму. Уважаемые юные спортсмены, вы являетесь настоящими героями для своих родителей, тренеров и наставников. А для всех нас, наши герои – это участники специальной военной операции. Очень символично, что наш национальный лидер, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, на встрече с героями Отечества принял решение об участии в президентской кампании 2024 года. А это значит, что все мы, юные спортсмены, тренеры, родители, наши военнослужащие, вместе выбираем победу. Илья, спасибо за этот межрегиональный объединяющий турнир. Вместе выбираем победу. Здесь, в Хабаровском крае, поддержали эту инициативу с Федерацией Киокусинкай, провели это мероприятие. Очень хорошо и очень символично, что оно посвящено Дню Героев Отечества. Сегодня наши соревнования посвящены участникам специальной военной операции. Мы гордимся нашими ребятами, защищающими интересы нашего Отечества на зоне проведения специальной военной операции. А здесь наши герои – это молодые и совсем юные спортсмены, мальчишки и девчонки, которые занимаются силовыми видами спорта, где они учатся преодолевать трудности, добиваться цели, проявляют силу русского характера, смекалку, ум. И это те ребята, которые смогут постоять и за свою сестренку, и за братишку, и за маму, и за папу, если надо, смогут защитить свою родину. Такой турнир, объединяющий всех нас, очень важен, нужен и уверен, что он станет традиционным.